К забастовке водителей грузовиков, которая продолжается уже третий день, присоединилась Польша. 50 тысяч дальнобойщиков на час остановили свои машины у обочин, требуя, чтобы правительство улучшило условия труда. Они жалуются на низкие зарплаты, высокие цены на бензин и плохое состояние дорог. Тем временем в Испании и Португалии массовые протесты уже привели к трагедии. Погибли двое водителей, один получил серьезные травмы, его грузовик подожгли, когда он спал внутри. Полиция пытается силой разблокировать основные трассы, перекрытые бастующими. Арестованы 85 водителей.